Всем привет, с вами Живс Форевер, ну или Чилифсиком, как удобнее. Сегодня мы будем делать браузер, самый простейший браузер интернет. Что нам понадобится? Одно поле для ввода и 5 спид кнопок. Сейчас размер немножечко побольше. Спид кнопка вот 3. Ну, их можно уменьшить в размерах, если вам так удобно, чтобы, ну, вошло. Вот. Так. Их должно быть обязательно 5. А иначе браузер просто работать не будет. Я не знаю почему. Сейчас мы их уменьшим. Ну, их вообще можно ведь любого размера сделать. Ну, вы поняли. Так вот. Первую спид кнопку называем поиск. С большой буквы. Ну, поле для ввода, естественно, очищаем. Спид кнопку мы должны, ну, спид кнопку 2 нажать, назвать обновить. Третью спид кнопочку называем вперед, четвертую назад, а пятую кнопку стоп. Теперь нам нужны специальные коды для браузера. Ну, начнем с кнопки поиск. Нажимаем события, добавить события, клик, редактировать. И у меня вот тут есть специальные коды. Очень удобно. Я вам потом их скину в личные сообщения. Смотрим, вот составляем. А, вот, все, окей. Обновить кнопочку. Обновить. Вперед. Кнопочку вперед. Вот так вот. Кнопочку назад. Так, назад. Вот кнопку назад. Уже секунду мне звонит. Алло. Алло. Трубку положили. Так, ладно, кнопочка стоп. Добавляем события, клик, редактировать. Все как обычно. Так. Подождите секунду. Да. Какие-то придурки звонят, я вам отвечаю. Так, вот кнопка. Вот кнопка стоп. Копировать. Все, вставляем. Вот. Теперь, если мы вот просто так вот запустим, да? Вот, пробуем, да? Ошибки никакой не будет. Вот просто, допустим, вводим Яндекс.ру, да? Поиск. А где у нас все это отображаться будет? Нигде. Так вот. Нам нужен вот тут в интернете, в разделе веб-браузер. Сейчас я все сделаю тут. Вот. Нам нужно его растянуть на, ну, допустим, вот так. У вас вот тут вот все будет отображаться. Ну, вот в этом окне. Если так, ну вот, допустим, вот такой вот у нас браузер, да, будет. Ну тут, сами понимаете, немножечко некрасиво. Ну и фиксим. Так вот, пробуем запустить проект. Спускаем программу. Вводим Яндекс.ру. Сори, звонят. Алло. Алло. Что? Она любую сказку делает. Блин, ну друг звонит. Ну, извините, в конце концов. Вот у нас открылся Яндекс, да? Вот, все, по понятиям вводим. Допустим, ну что тут? Картинки. Да? Вот, видите? Но если мы введем в поиске, допустим, просто картинки. О, вот у меня X-Fire браузер. Понимаете? Ну там, когда вы кнопку устанавливаете, у вас стандартно прилагается браузер. Так вот, вот смотрите, еще баг. Если мы развернем, у нас вот такая вот фигня получится, верно? Так вот, как это исправить, я вам сейчас все объясню. А, вот
выбираем свойства самые. Первое это форм 1. А, сейчас добавляем события, добавить события, клик, редактор. А, нет, стоп. Все. Не клик. Блин, да. Так, стоп. Что это? События добавить. Удалить, во, редактируем. Добавить события, во. Изменение размеров. Редактируем. Здесь тоже нужен специальный код. Сейчас я вам его сделаю. Копировать. Все, по понятиям. Вот. Пробуем запустить. О! Вот так вот. Ну тут кнопки маленького размера, потому что изначально у меня окно было вот такое. Тут уж по вашему усмотрению. Дальше вот я заметил, многие так плохо фейки делают. И тут вот написано form caption, да? Сейчас нам нужно это убрать. Ну, когда уже сохраняем программу, да? Вот тоже форм 1. Form caption называем, допустим, браузер, да? Вот. Снова пробуем запустить. И мы видим, уже называется браузер, да? Вот, молодца. А, дальше. Мы сохраняем проект. Вот тут, видите? Оп. Выбираем место. Ну, рабочий стол, допустим, как мы тебя назовем. Браузер для Crossfire Sheets. Так, название компании. Я вам сейчас объясню. Тут можно написать, допустим, ну, Ижевск Forever, да? То есть, смотрите, вот у нас, допустим, ярлык, особенно это в папках. И внизу такими серенькими буквами написано. Вот это вот название компании. Версию я, извините, еще не научился изменять. Вот иконочку. Идем в любую папку, то же самое. Так. Нет, не в моих документах. Вот, допустим, есть где там, Shortcut Engine. Нет, сейчас я вам найду какой-нибудь логотип. Блин. Так, сейчас я найду. Вот, допустим, такой, да? Ну, нам сейчас вообще без разницы. Нажимаем собрать. Так, запустить. Браузер, вот тут у нас все. Пробуем, допустим, наш сайт, да? Firesheets.3dmn.ru. Надо полностью вводить. Нажимать поиск. Mentor.ru, я вам скажу, не реагирует. Только на поиск. Ну вот бывает вот такая фигня, немножко не получается. Но этот браузер служит так просто. То есть mendix.ru. Ну, в конце концов. Оп. Видите? Он и жест, и доказательство, что это я. Все нормально? Так вот. Вот мы и сделали браузер. Вот это специальные коды. Просьба в личных сообщениях чиликсе писать. Вот. Еще. Ну вот, в общем-то, все. Прошу меня не банить. Вот с вами был Чилипси, или как вам удобно, там уже Forever. Ну, короче, банить в конце концов. Все, всем спасибо. До свидания. На следующем уроке мы будем с вами делать MP3 плеер или. Ну, что там еще можно делать? Ну, короче, по вашему желанию там пишите в комментах, что еще сделать. Все. Выкладываю на YouTube видео.